Да, баб. Лёш, пошли кушать. Папа кроватку убирает. А у нас... Будь здоров. Новости. Мы ждем курьера. Да, курьера. Что ты там раньше время рассказываешься? Нет, просто будет уже спать. Я очкую просто, у меня не век. Ему холодно даже. Алёшка еще с шарик вот этот. Ну, какая-то. Вот, приехал курьер. Нет, не приехал, вот шарик. Бебах, вода как полилась. Блин, молодец, поднимай. Правильно все делаешь. Вот. Подарок ему вот как понравился этот экскаватор. Играть с ним, а я сейчас доем. Учитесь, ваш омлет ребятам сделал. Эти! На улице лужи, сыро. Сейчас вроде бы солнышко, он такой слабенький. Лазит. Тира написала, мы, конечно, сейчас ждем эти паспорта, я не знаю, что будет. Это вообще переживания одни. Надо еще пропылесосить, полы помыть, слег. Я, короче, пошло-поехало. Так вот есть? Нам привезли паспорта. Где мой паспорт? Кто запакован? Ну да, это вот так, вот они, наши паспорта. Получили визу в США! Второй раз уже! 2 года, только теперь. Мы раньше летали вдвоем с Лешкой, теперь полетим втроем. Да, Лешка, ты поедешь в Америку? Теперь нужно готовить бабки, денег много. И будем собираться в дорогу. Поедем в СО. Только еще неизвестно, когда, чего, конечно, деньги нужны. Блин, на 3 года дали визу второй раз. А сейчас мы ее получали без собеседования. Да, я говорю, Леха, первый раз получил, мы второй раз. А первый раз у меня был отказ 15 лет назад. 15 лет. Да, я ходила с мамой, когда одна хотела туда улететь. Сейчас нам дали, блин, ну это круто, вообще честно, потому что... Путь, дорога открыта в другой конец мира, в другую жизнь. Там же другая жизнь совсем. Тетире сейчас напишу, она написала, отвечает, ждет нас, говорит, типа, приезжайте, там скажешь. Папа нам помог мне полы помыть, потому что грязные полы были. Сейчас папа пошел на работу, а мы с Лешкой бесимся. Ну, куда они меня носят? Ты ж аккуратно. Молодец, сам у тебя. И бегаем с шариком! Вот такие вот! Время без 10:02. Мы сегодня встали поздно, поэтому будем кушать. Сейчас чуть-чуть попозже. Тире написала я то, что мы получили визу на 3 года. А теперь сейчас будем планировать, думать, как что делать. Как сколько денег надо. А на улице прикольно. Попозже сейчас он поспит. Пойдем гулять с тобой. А мне видео еще надо делать за 2 дня целых. Ну какой веселый. Тихо, сейчас запутаюсь, Леша. Аккуратно, Леш, запутаюсь. Не надо, братик, тащить. Ой, какой маленький зверевак. Вытащи изо рта. Какой маленький зверек. Хулиган, а? Подушками он тут играется. А зачем так покинул на пол, а? Лешенька. Нашу энергию мы выплескиваем на подушках. Точнее, когда мы играемся в подушки, он очень гиперактивный, и поэтому нам надо выплескивать эту энергию все. Иначе она у него скапливается, и потом он может выплеснуть это. Дай выплеснуть сильно. Может быть, взрыв эмоций у нас. Там у тебя носик. Давай носик показывает. Сопельки текут. Пш-пш. Носик в шмыне. Так, а мы сейчас пообедаем, я пойду помоюсь. И что я стала пить, потому что у меня по-женски все болит. Вот такой вот стала пить чай в пакетик. Боровая матка, 20 пакетиков, фильтр, 225 рублей. Вот завариваю на 1 стакан, 1 пакетик в день. Во время еды теплый. Это как чай, но, конечно, он невкусный такой. Мне лично не нравится. Вот на такой стакан завариваю 1 пакет 1 раз в день. Пью до менее месячных. Потом перестаю на этот период опять. И мне, кстати, очень помогает, намного стало лучше. Забыла еще сказать, я же что еще пью? Помимо этого я пью фолиевую кислоту, как витаминки, потому что яичники болят. Скажи привет. Скажи привет. Привет.
Здорово. Здорово. Не посмотрите. Что за мальчик там такой сидит? А? Как тебя зовут? Как этого мальчика зовут, Леш? Бобби. Мам. Бобби, привет. Мама. Лёшка поехал на заказ, на работу. Я сейчас пойду, наверное, помоюсь, согреюсь, потому что мне так холодно. У меня ж насморк появился. Лёшка ещё спит, Лёшек маленький. Я сейчас пойду мыться тогда, и я думала, может быть, пойти с ним погулять хотя бы на полчасика, может, на часик. Но там так холодно, но у него сопельки текут. Я вот, наверное, всё-таки не пойду гулять. Хочу, чтобы у него носик дышал, а там всё равно он пробегает, пропотеет. На улице холодно, наверное, дома посидим, лучше погреемся с ним. Занимаемся. Сейчас книжки почитаем, порисуем. Хотя он рисовать, кстати, не любит. Я, наверное, как и я. Я не рисовальщик. Не рисовальщик, не художник я. Я больше люблю вот этим заниматься делом всяким. Вышиванием, вот эти стразики картина. Хочу в подарок еще дошить. У меня там столько вышивок маленьких есть. Хочу сделать потом, у меня есть ручные работы, рамки. К ним добавить вот эти вышитые маленькие картинки, поехать купить рамочки, все оформить красиво и попробовать продавать. Ну, либо в подарок, может, кому-нибудь подарю. Развесила Лешкину кофту. Ручную ее постирала в тазике. Да, я стираю в тазике. Представляете, вот такие вещи я не могу в стирку положить, потому что они все портятся. Со временем быстро. Потом стираю ручной, да, ручкой. Быстренько чик-чик-чик и все. Чтобы она не растягивалась, вешаю вот так вот полотенце. Алешка все сидит с циферкой со своей. Два! Ай-яй-яй! Сегодня как бабах у него этот мячик там с водой был. Бах! Лопнул. И вот сюда все, да, на тебя потекло. Мокрый был. Заплакал. Перепугался? Да, перепугался. Мокрый. Вся кофта мокрая. Повесили сушить кофточку, да? Да, бабах! Ручкой так вот. Тыщ! Вон, в нос еще дышишь, да? Какая цифра у тебя классная. Большая, да, Леш? Большая цифра? Скажи, да. Такой, смотри, что ты. Сейчас бабах как лопнет. Ой-ой-ой. Если так ляжешь на нее. Ты же тяжелый мальчик. Вдруг она бах и лопнет. М? Кнопка. Ты задумался? Ты чего задумался-то? Как ты кричал, Леш? Вот так вот. Вот такие пяточки кричали на меня. Как бабушка Ира сказала, булочки. Где булочки? Где булочки, Лёшки, не булочки там. Я, короче, помылась, намылась, да, Лёш? Я думаю, надо вставить под видео, где мы вот эти шарики заказали. На дом привезли, очень удобно и быстро, без проблем, то есть. И сразу отвечали, потому что другие, я писала, другим вообще мало кто отвечал, коротко, ничего не понятно было. А тут все мне ясно, видели, сколько что стоит, какие есть шарики. И мы заказали. Бабе! Да. На, аккуратненько держи. Аккуратно. Ба. Нет, там не нажимай. Просто она сейчас снимает. Нет. Ты не хочешь снимать? Ава. Огонек горит. Крепко держи. Не, вот это. Это туда смотри и скажи привет. Тебя снимает. Время 6 часов уже. Мы сейчас полник у нас только будет. Перекус будет. Помойку сейчас. У нас помойка каждый день мусор почему-то собирается. А почему? Потому что плоско, ищу чего-нибудь. Тут какие-то коробочки, молоко, банки, склянки эти. Оказывается, я сказала, в Америке есть пакеты мусорные, представляете? Ну, такие вот с ручками, вот так вытягиваешь, но это ладно, это ерунда, эти ручки. А там есть пакеты специальные, чтобы запах убивал. С антибактериальными. Пакеты с любым ароматом есть, какой хочешь. И стоит, я не помню, сколько, 60 штук, вроде бы $3 такие пакеты. Они очень крепкие. И плюс одна упаковка будет бесплатно. Они вообще в шоке. Да. Кто там такой? Ой, гав-гав. Ну, лапки опять оторвались. Эти лапки все время зацепляются. Давай я поцелую. Ну, Моня. Тёп-тёп. А вот три. Один. Говори туда. Нельзя. Ой. А собачку что вытащил? Привет. Как гав-киски смотрят, как на неё. Видел как? Делаем отпечатки и пальцы. Да, Лёшек?
Да. Давай, ставь, сейчас будем. Смотрите, как делать. Так вот, расставляем пальчики пошире. И у нас много таких отпечаточков, да, ручек? Нет, давай одну ручку, давай. Это сюда, а это вот так вот сюда. Пошире пальчики вот так. Так вот. Опа! Держи, крепко держи. Держи, держи. Держи, держи. Ура! Это у нас ручка. Два года. Лёшику. Видел? А вот на обратной стороне у нас Лёшку год и 10. Смотри уже, больше ручка стала. Давай здесь, пиши. Вот, вот тут. А, крышечка, вот. Мы сейчас будем циферки писать и буковки, да? Смотрите, папа, какого нарисовал жираф. Какой прикольненький. Папа работает. Ой, это желтый цвет. Папа сегодня до вечера работает у нас. Буду, наверное, одна Леху мыть, кормить. Сейчас уже скоро и спать. А где цифра один? Один. А почему он не говорит? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А посмотри. А, вот слова. Пока. Привет. Все, привет. Давай. Подожди сейчас. Посмотри. О, на английском говорит, да? Давай, на сюда не надо нажимать, он сейчас выключится. H, P, U. А вот это интересно, что это? Where is? Spelling. Ух ты, что это от фломастеров, у тебя ручки надо помыть. Давай, нажимать. Umbrella. Umbrella. В английский. Тихо, тихо, аккуратно, 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 аккуратно. Конверты пришли нам сегодня, курьер нам их принес, и здесь были наши паспорта с визой США. Причем они нам даже паспорт в отдельную папочку вложили, да? Но паспорт они еще клеили бумажку, и этому, они степлером ее закрепили, я думаю, ее можно открепить степлером. Там просто написано, то, что паспорт такой-то принят. Давай я сейчас здесь уберу вот это все. У нас, смотри, лежит бутылочка, ее надо закрыть, правильно? Вот этого полотенчика забрать. Хотела сказать шампунь такой, называется Волтаж Харизма. У меня шампунь закончился, абсолютно восстановление. Вот такой тюбик стоил 300 с чем-то вроде бы рублей. Но я хочу сказать, что мне он не очень понравился, и мои волосы были как после обычного шампуня. Поэтому я такой шампунь не советую. Такой конструктор у нас, да? Я уже мало. Вот, бавы. Стоит недорого. Прикольно. А это из дочки и сыночки. 419 рублей. Терочки я видела за 500 рублей. Были также. Лёшка его очень любит. Он любит конструкторы. Тебя все получает. А вот. Да. А вот сюда можно вон туда? Нет, вот. Не хочешь? Давай другое что-нибудь. Нет. Синенькую, да, детальку? О. А, пришел. Пойдем, здорово. Пошли вместе. Пойдем. У него погрузчики там были. Говорю, привет. Молодец. Значит, с рукой. Да, мы рисовали. А теперь мы обниматься. Художник. Пап, поцелуй. Пап. А мама, папу. И я, мама, папа. Ты. Все целуемся. Да. И виски пришел целовать. Снимай, не тяси камеру. Только что смонтировала видео за 20 сентября. Два года. День рождения был, Лёшечка. Только вот сегодня смонтировала. И на наши 5 лет нам еще друзья подарили вот такие вот звезда. Ну, сюда на украшение просто. Смотрите, так красиво. Рамка, рамка. Хочу сюда вставить проем, где мы с дня рождения фотографии с мужем и сыном. Да, можно будет куда-нибудь поставить. Пакетик положу сюда. Понял, чтобы киски не разбили это все дело. Они бесят, бегают, прыгают. А виски, как всегда, в коридоре. Виски приходят, знаете, когда спать? Так, ночью только, когда свет нет. Почему у нас здесь штор? Я скажу, почему. Потому что они были. Но коты их все поцарапали. Царапали. Одни зацепки были. Все были в шерстении. Поэтому решили поставить вот такую вот. Очень удобно. Когда коты, ее взял, закрыл. Шерсти нет, они ее не царапают. Я извиняюсь, что зеваю. До вечера уже под конец начинаю зевать. Сейчас пойду умоюсь, помоюсь. Лёшка здесь солнышко свое оставил.
точнее, цветочек. День подошел к концу. Что мы сегодня просидели дома? Погода была вообще, дождик. Вечером уже не пошли, потому что у Лешек сопельки текли из носа. Завтра, я думаю, точно надо будет сходить погулять, потому что у него не будет сильного насморка, а так, конечно, дышать свежим воздухом, одеться потеплее, ничего страшного. Всем большое спасибо, кто смотрит на то, каждый день наблюдает за нашей жизнью. Мне это самой даже интересно присматривать. Сейчас Тютира уехала, и она смотрит эти видео наши. Как мы были вместе, память я тоже пересматриваю. Поэтому это здорово, когда YouTube позволяет вкладывать свои видео туда, хранить, как видеодневник, можно сказать. Конечно же, я не буду все моменты личные, да, какие-то выставлять на показ, но в основном я ничего такого не таю от всех, выкладываю в основном, как все есть. Всем пока, всем желаю спокойной ночи, здоровья, самое главное, пока. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, и очень будет приятно. Staring at the moon.